Всем привет! Всем привет! Меня зовут Тарнаш. Сегодня я приехал в роллер-дром. Мы приехали с Машей. Это развлекательный центр «Вулкан». И сейчас Маша попробует одеть ролики и получится кататься. Да, сначала будем с рукой, потом без руки. Да, сначала мы будем с тренером кататься, вот, а потом без. Сейчас будем снаряжаться, разбиваемся. Одевай. Итак, подбираем защиту, да, Маша? Ролики мне больше всех. Ну какие? Розовые? Да. Классные такие, да? Да. Будем учиться на роликах, значит, кататься. Раньше не каталась? Трехколесные Машины детские ролики, это не серьезно. Оденем защиту и падать будет вообще не больно. А лучше вообще не падать, да, Маша? Маша, ты же и не собираешься падать, да? Да. Пальчик сюда большой. Дырочку вот так. Молодец. Сейчас научим тебя кататься, потом всех подружек будешь учить. Да? Ножки будут у нас затянуты, да? Хорошо, мощно. Так, вот этот. Ну, не так мощно. Давай. Не, большой мощно, пальчик мощно сюда. Протянуто очень мощно. Раз. Два. Давай, так, Маш, ножки не давят тебе? Все удобно? Хорошо. Смотри, Маша, тихо. Не бойся, если что, я тебя поймаю. Смотри, ножки сгибаешь. Вот, всегда носок. Коленки вместе не своди. Ножки прямо должны смотреть у тебя ролики. Вот так. Понятно? Вот, вот так стоишь. Спинку чуть-чуть вперед. Тихо, ножки сгибай. Да, вот так. И теперь смотри, отталкиваешься вот как. Из стороны в сторону пытайся толкаться. Не как ты ходишь, а вот толкаешься и едешь. Понятно? Поехали туда, выедем и будем учиться. Погнали. Ножками по очереди. Первый раз на роликах. Вот такой большой роллер-дром. И Маша будет учиться кататься на роликах. Вперед чуть-чуть наклоняйся. Ты назад падаешь, потом вперед наклоняешься. Да, вот так, поехали. Коленки не своди, видишь, у тебя аж защита. Вперед наклоняйся, не забывай наклоняться вперед.
ножки ставишь, потом толкаешься. Потом опять у кисти, второй толкаешься. Какие-то они неправильные, они туда разберутся. Да? Это ролики. А вон она, Маша, катается. Она уже устала. Ее катает тренер. Маш, на сегодня хватит? Ты устала? Тебе понравилось? Где ты была? На роллердроме? Тут было весело? Молодец. Спасибо. Маше было весело. Тебе понравилось? Да. Ты была где? Да. Смотри, ты была на роллердроме? Да.